и быть в него спасение. Крепость моя и пение мое, Господь, и быть в ней. Наказуя, наказамя, Господь, смерти жене предадимя. Крепость моя и пение мое, Господь, и быть в ней. Крепость моя и пение мое, Господь. И восстание. Премудрость. К римлянам послание святого апостола Павла, чтение. Братья, мы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но как написано, «Злословие злословящих тебя пали на меня». А все, что писано было прежде, написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Божие терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас. Славу Божию! Мир тебе! И Духа и Твоему! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Милости Твоя, Господи, вовек воспою! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Премудрость просьте, услышим святаго Евангелия, мир всем! От Луки святаго Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Онмем во время оно прииде Иисус в Иерихон, и се муж нарицаемый Закхей, и себе стареемый тареемый, той бе богат, и искаше видеть Иисуса, кто есть, и не можаше от народа, яко возрастом мал бе. И предыте к возлезе на ягодичину, да видит яко туди хотяше минути. И яко прииде на место, возрев Иисус, видев его, и рече к нему, Закхее, почався слези, несть бо в дому твоем подобает ми быти. И почався слези, и прият его радуйся, и видевши все роптаху глаголище, яко ко грешному мужу в ниде витати. Став же Закхей рече ко Господу, все полымение моего Господи дам нищим, и аще кого чим обидих, возвращу четверицею. Рече же к нему Иисус, яко дней спасения дому сему быть, за ней сей, сын Авраам ли есть, прийди бо сын человек взыскати и спасти погибшего. Слава тебе, Господи! Боже, повелиться милости Твоей, молим Тебя, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вещи молимся, милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, оставлении грехов рабов Божьих, где предстоящих, молящихся и помазующихся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Где же простите всем всякому согрешению, вольному же и невольному Господу помолимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив и человека любит Бог, и сей тебе славу высылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже великий, вечный, все твари поклоняемый, премудрости источничи, благости воистину неследимое бездна, и благоутробие непреодолеемое пучина, сам человеколюбчий влагу, владыко, при вечных и дивных Божий, Его же никто же человек помышляя может постигнути. Призри, услыши нас, недостойных рабов Твоих, и где же велиться имени Твоим и лесей приносим, не спасли Твоего Духа исцеления и оставления грехов, исцели их во множестве милости Твоя,
Ей, Господи, благопременителю, едине милостиве и человеколюбче, каяся злобах наших, ведая, яко належит помыслы человека на лукавое от юности его, не хотя и смерти грешника, но яко обратитесь и живы быть ему, грешных ради спасения вочеловечивайся, Бог сы, и создавайся за создание Твое, Ты и се реки, не приедок призвать и праведно, но грешно на покаяние, Ты и се овча взыскавай заблудшие, Ты и се погибшую драхму прилежно взыскавай и обреты, Ты и се реки, яко грядущего ко мне не изжену вон, Ты и се же блудницы честней Твои носи слезами омочившие, не возгнушавайся, Ты и се реки, и лежащий подержи восстание и спасешися, Ты и се реки, яко радость бывает на небеси, в едином грешнице кающимся, сам призри, благоутробный владыка, с высоты святые Твоя, соосенив нас, грешных и недостойных рабов Твоих, благодатью Святаго Духа в час сей, и всели в рабов Твоих всех предстоящих молящихся и познавших свое прегрешение, и приступших к Тебе верою, и приим своим Те человеколюбимаще, что согрешил ли и си словом, или делом, или помышлением, простив, очисти их, и чисто сотвори от всякого греха, и присно пребывая им, сохрани прочее лето живота их, ходящее в оправданиях Твоих, во ежени к тому бытие ему, им посмеяние дьяволу, якода и в них прославится Пресвятое имя Твое, Твое боясь же миловать и спасатель, и Христе Боже, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и благим и житворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Отче святый, врачу душ и телес, во славу единородного Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, вся не дух исцеляющий, и от смерти избавляющего исцели, и рабов Твоих всех, Анну, Галину, Ольгу, Анастасию,